Друзья, всем доброе утро. С 1 мая вас, с праздником труда. Сегодня у нас, как всегда, 1 мая мы едем на море, поэтому мы начинаем наш путь с дороги. Все пошли покупать чай. Вот. А я вам показываю и говорю, что сегодня я вам расскажу об Азовском море. С нами есть наши друзья. Карантин не нарушаем, в масках. Но у моря хотим искупаться. Дальше мы вам покажем и расскажем все. Какое красивое, ласковое море. Как все-таки приятно. Погода сегодня прекрасная, солнечная. Настоящая майская погода. Да. Правда? Да. На море хочется? Конечно. На море поедем. Все, всем пока-пока. Дальше включимся.